423-й Ямпольский полк, 4-й гвардейской танковой дивизии Кантемировской. Стоим на перекрестке, блядь, все наше обеспечение, патронов нет, гранат толком нет, жрачки нет, воды нет, блядь. Вот, ребята, говорите, сейчас это все потом... Мы воду принесли. Говорите, как это все обеспечение. Золотой 12 километров, блядь. Ну, это наш, блядь, надежные собаки 300 верх не крюкнут. Это наш шалаш, блядь, ничего не готово, блядь. Вот, да, командир 5-й мотострелковой роты Ямпольского стажистского полка. Вот как я здесь. Вот здесь передок. Нас здесь без обучения, без всего отправили сюда. Везде нас наебали. С Кантемировской дивизии наебали постоянно. Никакого ни обучения, ни снижения нет. Люди приехали в своей форме, покупали все за свои деньги, чеки оставили, жили в сырых палатках, под дождем, на улице. И так до самого конца. Приехали сюда, вот наше обеспечение, это то, что мы сами смогли добить. Пешком, да? Пешком, да. Вот сейчас у нас ходил. 5 километров туда, 5 километров обратно. Задачи не ясны, направление сил противника не ясно, связи нет. Обстрелы постоянные. Да, обстрелы бесконечные. Сегодня ночью 8 200-х. Трое раненые. Да. Прямо рядом. Потеряли один танк, трактор. И не пойму, где мы. И, да, и непонятно. Нет. Связи нету от слова совсем. Ну, соответственно, у каждого по 4 магазина. Вот и все. Такое вот снабжение. Теплого белья нет, заставили все бросить, блядь. Дядь Саня, все вещи видишь, бросили, блядь, вещи. Вперед бегом, блядь. Стоим, блядь, в одних штанах. Да, гнали в попыхах. Все, блядь. Без оружия, то есть без патронов, блядь, без гранат, нахуй, без подсумков, блядь, без еды, без воды. Пизда, короче. Хуй знает. Да здравствует российская армия, блядь. Только еда дошла. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.